Так, давим ящик. Ставим, получаем стазисную батарею. И давайте начнем с верстачком нашей. Так. Странная модификация. Вот это надо модифицировать. И что? Что тут будет? Присоединить цепь, если... То что изменится? Ага, вот темп стрельбы мне. А чуть не... А, у нас только перезарядка есть, да? А темп стрельбы есть. Открыть надо, да? У нас нет нижнего блока, ладно. Это можно улучшать, я так понимаю. Так, хорошо. Идем дальше. Чертежи. Если ничего, вот здесь. Где же эта наша пушка-то, я не пойму. Ну-ка, нижний блок давайте. Так. Странно, не так, я так и не понимаю, где же наша предыдущая эта пушкенция? Непонятно. Верхний блок. Излучатель Теслы. Нижний. Вариант нижнего блока. Ага, нет, это нам не надо. Нижний блок. Нет нижнего блока. Создать тоже нельзя. А хрен знает вообще. Еще непонятно. Может это разобрать как-то? Например, вот эту вот. Нижний блок. Убрать нижний блок. Подожди, стой. Так, убрать нижний блок. А тут ничего больше нельзя. Хорошо. Ладно, давайте тогда все ставим обратно. Что там у нас по сейфу? Вот, я его в сейф убрал, понятно все. Или нет? Вот, экипировать оружие. Давайте на место вот этого. Сейчас мы их, наверное... Да как нет нижнего блока-то? Почему его нельзя поместить, что ли? Не пойму. Хорошо. Верхний блок. Снять и разобрать. Да. Новое. Вот, нижний блок. Излучатель. Это что, есть этот излучатель? Вот, мы его ставим. Отлично. Все. Собираем. Что-то опять я задержался. Сколько там времени уже? Так, ладно. Все, теперь идем в сейф. Чем они отличаются? Давайте вот это поставим. Ну, это то же самое, в принципе. А мы вот этот качали. Плазменный резак. Давайте посмотрим, что тут на создании. Модификация. Нет, у нас здесь нет модификации. Ну ладно, давайте как-нибудь я сам один посмотрю, а то время уже не буду занимать. Все, теперь он у нас тут. Идем. Забирай свой агрегат. Так, ну-ка. Ну, это, может, чуть-чуть увеличилось. Так, а здесь у нас... Ага, ну... Так, секунду, сейчас, может, поменяю. Так, короче, я разобрался вроде бы. Или нет? Короче, хрен знает что. Что-то я намутил тут, не пойми что. Не понял, куда делось то... Ну, куда то оружие как будто деваются. Куда делось тот этот... Может, это есть и был излучатель Теслы. Ладно, может, разберусь сам. В принципе, у меня сейчас два плазменных резака, причем на них патроны одинаково растрачиваю. Надо было излучатель лучше брать.
that was quick. The world is ending, and all you can think about is us? Damn right. I never gave up on you. Oh, no. You gave up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is do or die. We're stuck without your help. Are you with me? Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Да там какая-то здоровая хрень, я прям слышу уже. What? Да, это чё это? Да, скорострела явно не хватает. Ты чё, она меня долбить должна, нет? Я, конечно, надеюсь, что нет. А, подожди. Она сломала эту штуку. Есть. Или нет? Долби вот грыжу. Что, еще кто-то? А что, еще раз? Нет, да, или надо? Не, не надо уже, все, идем, валим, валим. Сваливаем. Сейчас вот это оценим. Чпоньк. Бля. Кто еще? Пока никого. Сейчас этой штукой разберемся. Сжимаем F. Где, где? Тихо. Отлично. Вот так делают настоящие скиллы. Круто. Так, я перезарядился. Так, вот с этого еще не выжили информацию о металлоломе. Так, все. Последняя штука. Скриптованных нету, да, пока? Бля, опа. Ой, я страх аж ксанул. А, еще раз. Ну ладно. Я просто думал, мало ли она меня долбить будет. Не, она меня даже не долбит. Ну ладно. Что еще? Наверху что? На всякий, вроде никого не видно. Чё, думал обмануть меня, засранец? Эй, ты чё там забрал с собой, падла? Натуманил тут. Так, а здесь ничего не надо включать? Здесь ничего, там лифт. Хорошо. Идем назад. Да, ну, разберемся с оружием обязательно. Чё там внизу-то? Отлично. Стазис. Он-то нам нужен. Он, благо, восстанавливает со временем. А, я же говорю, турбины будут включены. Ладно, давайте сделаем так. Успел. Ой, ой! Бляха-муха! Занесло меня куда-то. Ладно, пофиг. Погнали так. Чпоньк. Так, об этом лучше тоже не задевать. Но там в конце нет ставится, да? Или заряд. Ну, он восстановится со временем. Угу. Так, идем. Не боимся. Идет сохранение. Ну конечно, куда без сохранения. Не туда выпрыгнул. Не той стороной, в смысле.
Так, ну мы вроде так прилично все собираем. По сути, должно это... Вот, была эта штука в тот раз, я, наверное, пропустил. По сути, должны уже что-то купить. Ага, здорово. Нам сейчас вот сюда, да? Да, конечно. А это что еще? А, подожди, это... Взлом, что ли? А. А, мышкой можно нажать. Да. Последний. Интересный взлом, понятно. Все здорово. А я даже не вижу, что он не работает. Так предполагал, что за лифт. В каком-то интересном стиле. Да. Ну ладно, посмотрим, что с... разберемся с патронами, с оружием с нашим. Обязательно. Бошки тут чьи-то, а... олени висят. А, тут у нас нельзя пройти, да? Ну ладно, идем тогда. О, знаки, знаки. Сейчас глюки начнутся. Знаю. Мишайска. Сейчас вот друган придет. Элли, Карбер, ты прийти в адмиралс квартирс. Айзекс. Эй, Айзек. Айзек? Карбер, what's going on? Айзек! Эй! Эй! What is it? What's going on? Nothing, nothing. Everything's fine. Everything's fine. Элли, the Admiral was obsessed with making a key. A key for what? Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my god. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source. The marker homeworld. Got to be shitting me. Marker homeworld. All right, let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Clark, shake it off. Let's go. Clark. Да ща, куда ты спешишь? Я еще даже это. Соединиться с членами экипажа. Здорово. Так, там что-то мигает. Артефакт. Значит так, здесь написано, что я не знал, что он почувствовал после встречи со мной. Он много пережил, мы вместе это перенесли. Прежде чем уйти, я попробовала объяснить ему все, но он поступил как обычно, ушел с этими тревожными мыслями в себе. Итак. Такое, значит, лирическое вступление. Так, а это что такое? Вы что, шутите? Куда эта штука улетела? Опять текстовое сообщение. The room. Выключи это оно. Чё? Выключи это оно, говорит. Выключи это оно в моей голове, говорит. То, чего не слышат другие, только я. Только я. Выключи это, выключи это, выключи это. И все закончится нормально. Так. Что тут у нас? Дэмон, Марджори. I'm risking a lot of brave men and women down in that ice cube. Fighting the war back home. Now, can somebody tell me, for the love of God, what the hell we're looking for? We are looking for hope, General. Oh, good God in heaven. Support for the war and our ability to fight it are dwindling. We are out of resources, we are out of public approval, and we are out of time. Just answer my question. What are we looking for? Markers. You must be joking. No, General. I'm not. I will be sending Dr. Serrano to your quarters to give you a full briefing. You must be out of your goddamn... General, you are dismissed. Угу, понятно.
Там что-то мигало. Так, а нам назад, да? If we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet's surface. No chance. If we find the shuttle, then we're getting the hell out of here. Damn it, Robert! If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, it looks like the shuttle's our only shot. Where is it? In the biggest ship of the fleet, Terra Nova. It's a long walk. Well, they must have had some way to travel between ships. If there's a way, we'll find it. Приехали. Что за музыка? Подожди-ка. Как я мог это пропустить? Прямо. Полюбуемся на вид из космоса. Эти гигантские станции. Так, вот тут что за мест будет? Что? А, металлолом. Кто сюда, интересно, его положил? From somewhere deep in space, triangulating this marker sheet revealed a previously undetected planet, now known as Tau Volantis. We hope to find the source of this signal and... Чё, напугать хотел? Я, значит, читаю. А они такие офигевшие, да? Чё там? Входят меня, что ли? А, выходим. Ничего, у вас тут много. Конькс! И все, ё-мо. Дави всех гадов. Как тараканов. Ну чё, возвращаемся на то же место, к верстаку, к нашему. Здесь ничего не полож... А, подожди, а это чё за дверь? А, тайная комната. Тут цепь модернизации. Подожди, а чё-то ещё только что непонятное. Дробовик. А, ну это типа модельки, да? Ну типа схемы, как раньше это было. Так, куда нам дальше? Точнее, что тут дальше есть еще? Тут больше ничего нету. Отлично. Идет сохранение. А, давай. 1851 год. Шутка. Шутка, шутка. We found a little maintenance craft, a skiff. It doesn't go very far or very fast, but it will take you to the outermost ships. Here, I'm sending you the coordinates. Now, let's get the shuttle so we can head home already. Robert, we are not going home. Hey. We'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this skip. Mm-hmm. Так. А, точно. Станок, гардероб появился и задача. А раньше что-то еще было. А, точка была, контрольная точка. Сейчас нету, жалко. Видите, все поменяли за станции. Так, вот не помню, лазил ли я туда. По-моему, я лазил. Ну ладно, давайте еще раз лазим, посмотрим. Что там у нас? А может мне, почему-то мне кажется, что не лазил. А тут, смотрите, тут двери не работают, тут ничего нету, да? А, подожди, вон там он. Вот можно было даже не лазить, а прям оттуда. Прям снизу попытаться снять ящик, наверное. И там еще один. Стазис, и я не знаю, там еще что есть. Может, там дверь какая-то открыта, открывается тоже. Так, ну ладно.
Отлично. Так, вот тут опять что-то положили нам. Металлолом нынче. Нынче металлолом. А, все, заходим в станок снова. Быстренько постараюсь. Значит, обойма дробовика. Что-то сейф. Чертежи. Вот он, базовый лазерный пистолет. Вот, мы можем создать... На место давайте вот этого. Нет, нет, ну мы сейчас... Да, мы сейчас попытаемся кое-что поменять. Так, хорошо. Теперь модификация. Вот это вот. Блин, нет, не модификация. Вот это мы сейчас кое-что сделаем здесь. Значит, это мы. Верхний блок мы. Плазморез снять и разобрать, да. Дальше сюда мы в нижний блок засунем. Плазморез. Модуль поворота. Стрелковое оружие. Вот оно. А, ну да, сейчас он соберет. Ой. Извините. Так, дальше. Посмотрим, что у нас на верхний блок есть. Вариант нижнего. Стандартный вариант. А новый вариант. У нас пока почему-то ничего недоступно, не понимаю. У нас, видимо... Видимо, у нас мало ресурсов пока что, да. Ну ладно, будем копить. Либо, я не знаю, может, как-то можно заработать, да. Вот здесь еще модифицировать можно. И новое, новое. Новое мы не создавать не... А, подожди, чертежи, у нас там что-то новое, нет? Это дробовик какой-то. Патрон, наверное. А, вот на силовый пистолет. Вот это мы помещаем. Помещаем вот сюда. Все отлично. По патронам, по патронам. Ну... И давайте купим. Все, этого сойдет. С аптечками у нас полный порядок, со стазисом тем более. Модификации, насчет модификации, что у нас есть. На нижней нам ничего. А вот это надо открывать. Я так понял, да? Все, пока не будем больше его тревожить, наш верстак. Теперь у нас все в норме. Вот эта хрень, наконец-то. Все, а теперь я вроде бы разобрал чуть-чуть, как все это модифицировать. Вот он, гардеробчикс. Ну, он немного будет измененный. Костюм P или C, или N. P, наверное, 7 разблокирован. Продолжить. Улучшить X мы можем. Только с помощью... Так. Здоровье и броню. А, вот этим металлолом здоровье. Давайте здоровье. Воздух там вроде полно. Да. Ой, подожди. Блях там. А, так. X он на любой костюм идет, я так понимаю. Дальше нам нельзя пока использовать. Воздух можно. О, броню. А броня это что-то другое. Ну, будем такие бронированные ходить. А вот здесь нам нужно вольфрам. Да. Кинезис и стазис. А это что такое? А, это, видимо, длительность, да, вот, и заряд. Ну, очень все круто. Это урон. Урон, блин. И радиус. Все круто. Сменяем костюмчик. Скафандр. А вот наш новый. Из второй части. Ну да, в какой же еще? Второй костюм из второй части. Давай рассматривай себя, как обычно. Оу, oh, yeah. А раньше автоматически броня добавлялась. Зеркало. Зеркало нет. Создавая этот костюм по 17, авторы черпали вдохновение в образе Шепарда. Популярного героя фантастического рассказа 21 века, изданного... А, все, дальше нельзя прочитать. Ну все. Что там еще что-то можно взять? Теперь мы выглядим круто, как из второй части. Подожди. А это не читерская штука, случайно? Ну ладно. Are you contacting me on a private channel? Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now? I know you two had a thing.
But she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right and this is the Marker homeworld, maybe there's a chance of stopping this. We both know how this is going to end. If they found a way to stop the Markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. Oh, I get it. You think you and her... Yeah, we'll forget it. She's over it, all right? Да возьми ты эту хрень, ёпарный. Ой. Так, и куда нам надо, кстати? Подожди, а что нам надо-то реально? Так, доберитесь до Терра Новы. А, вон, 130 метров. Transmission. Do you guys hear this? My rig's picking up some kind of looping message. It sounds encrypted. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. Isaac out. Или что он сказал? Бонус миссии. Не, подожди. Не, надо вот так сделать. Это главное задание, а это потом. Так. Ну, тут наверняка что-то есть полезное, ладно. Это, в общем, типа приемчика, да, тут вагонетки у нас. Здесь кислород, все очень круто. Кто-то любезный очень разбросал нам эти баллоны. Раньше кислорода было меньше, да, у нашего костюма всегда. Потому что нет было такой...